Всем привет, с вами я, Максим Подождик и Василий. Сегодня я вам покажу новое обновление E3 Cash Royale. И да, короче, вышло обновление сегодня. И, короче, в общем-то, добавили гигантский снежок за 2 эликсира. Кстати, это очень хорошо. И он ну, такой снег по красоте. И вот, короче, такой... Ой. Ну, в общем-то, эмодзи можно покупать. Всякие такие потом в общем-то вот здесь вышло такое испытание на кабанчиков и на фаерболы вот таких вот два эликсира. Кстати, еще один факт, ну добавили эмодзи, колода, боевая колода и колода эмодзи, но эмодзи можно только в магазине покупать, и это плохо. Но зато смотрите, здесь можно, короче, вот, сейчас, короче, покажу это. Вот, смотрите, вы видите здесь вот это все. Короче, вы помните, как на этой арене, на этой арене была пушка и варварская бочка? Вот теперь вопрос, какого здесь вот эта штука? Башня-бомбежка, какого здесь элитные варвары? И рейдж. Я не понял. Вот, смотрите, я сейчас, например, на 9-й арене. Рекорд у меня тоже 9-я арена. И какого вообще он у меня есть? Я не понимаю, что за... Еще башня-бомбежка у меня тоже, кстати, есть. Блин, вот она. И, блин, я не понимаю. Я не понимаю это вообще. И что вот этот магический лучник тут делает? Я не знаю, что на, вообще, что на 11-й арене делает Грамма Вежес. И Конспел, и Тесла, и Зеркало. И у меня, короче, Грамма Вежес сейчас есть. Но я его выбил не с легендарного сундука, а с магического. Короче, я немного офигел. Но я офигел больше, когда увидел, во-первых... королевского призрака на 7-й арене и пламенного на 6-й арене, и повозку с пушкой, кстати, тоже на 7-й арене, она была на 10-й. И вот, в принципе, ночнушку только добавили на эту арену, и там был ледяной колдун. И в общем-то вот, короче, вместо пламенного дракона здесь какого-то шахтера делает. И, короче, на 3-й арене, внимание, на 3-й арене открыт голем. И варварская бочка, но голем открыт, что за... Это просто, если у кого-то он будет, он просто мгновенно перейдет на 5-ю арену и выше. Ну, блин, ну как разработчики такое могли сделать? Вот как? Теперь очень сложно будет подниматься из-за голема. И так еще вот, и в общем-то, какого тут делает охотник? Он на 9-й арене, а это 1-я арена. И на 1-й арене всадник на кабане. Я не понимаю, что за... Вот я не понимаю, что он тут делает? Блин, теперь, конечно, вот и вот это, что там делает? Вот теперь, короче, теперь будет на изи, теперь могут игроки, ну, бы приходить на новые этапы. Я не понимаю, что за несправедливость? Еще голем на 2-й арене. Сейчас у некоторых, наверное, будет скоро где-то 50 тысяч этих големов. Ну, в общем-то, такая вот немного ку-ку обнова. Потому что, блин, ну, я... Какого тут вообще башня-бомбежка и элитные варвары? Это же полная Г. Я не понимаю. Вот еще. Кстати, вот на 12-й арене нету карт. Ну вот, ну блин, вот я не понимаю, почему тут запер Тесла, я не понимаю. Вот, короче, вот такая вот немного того ту-ту обнова. И, в общем-то, ну, если вам видос понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Максим HDGamer TV. И вот такая вот, как немножечко того обнова, я не понимаю, ну как вообще возможно... Такое, чтобы на 3-й арене появился голем. У него 3400 хп.
с первого же уровня. Это будет просто, просто самая эпическая вещь. Вот, блин, вот, короче, это обнова просто жесть, самая лучшая и натуральная жесть. Вот, блин, вот я не понимаю вообще, как можно такое допустить, я не понимаю. Вот читеры, блин, эти разрабы. Вот зачем? Зачем помогать нубикам? Они нубики, пусть будет нубиками, но... Ну, я не знаю, почему такое вообще... В общем-то, давайте на этом заканчивать. С вами был я, Максим BlazerGamer TV. Заходите в мой... Ну, наш клан. Тут одни шапы. Короче, здесь реально одни... Ну, вот здесь есть... Вот, короче, вот здесь есть... все... Вот видите, три чувака подряд, и у них 4000 кубков. В общем-то, давайте на этом заканчивать. С вами был я, Максим, и обнова просто нереально. Куку обнова. Какого? Какого тут башня бомбежка? Это же Г, а не карта. Ну, в общем-то, давайте на этом заканчивать. Кстати, скоро будет это новая, типа, короче, новая вот это, короче, дека. Ну, баланс, апдейт скоро будет. Ну, в общем, давайте на этом заканчивать. С вами был я, Максим, и всем пока.